рецепт грунта для моих адениумов прост. Берем любой грунт универсальный. Тут у меня чуть меньше половины. Тут остатки на дне предыдущей смеси. Высыпаем. Это получается одна часть торфа, да? Ну, грунта обычного, земляного. Дальше идет пакетик вот такой вот, 2 литра вермикулита полностью. Теперь идет часть цеолита. Ой. Ну, примерно столько же, сколько и вермикулита должно быть, на мой взгляд. Эта формула только для моих цветов выведенная. Вот этого достаточно. И небольшой кусочек от сухого брикета кокосового субстрата. Это примерно такая же часть, как и часть земли, которая была добавлена. Вот так вот. Влажный он, только что промытый. Все это перемешиваем. И добавляем еще один секретный ингредиент. Особый ингредиент в моем случае – это фитоспорин. Я просто порошок сюда высыпаю и все потом перемешиваю. Убрала весь мусор. Добавила еще один пакетик вермикулита и пакетик фитоспорина. Вот такую большую емкость. Это ведро. Хрю-хрю в процессе. Получилась очень рыхлая земля. Она немножко влажная еще из-за кокосовых этих, из-за кокосового субстрата. Вот. Но в то же время вот очень легкая, рассыпчатая. То, что нужно для адениумов и суккулентов. Все вот эти комочки разбиваю, когда перемешиваю, чтобы не было ни мусора, ни больших комочков. И получается просто вкусняшка. Вот в это буду сажать. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч!